еще жива. Доступ к системе получен. Меняю позицию. Отсюда ни хрена не сделать. Thank you.
этих людей и без Иоанна! Еще одна печать сломана! Отец так и предсказывал! Боже мой, Боже, не ждала, что ты вернешься. Что-то происходит. Все сраные эдемщики внезапно забегали, стали закрывать двери, нас всех заперли. Я думала, что застряла тут навечно. Yeah.
Это все он. Это он. Этот сраный выродок. Он спускался сюда, становился в сторонке и смотрел. Мы молили о помощи, а он просто смотрел. Другие. Так, я тут не одна, были другие. Их нужно спасти. А потом сжечь это место к херам собачьим. Помоги. Или не мешай. Город спасти не хочешь? Ну, нам нужно попасть в центр управления. Только оттуда можно открыть клетки и выпустить остальных. Разом, здесь защита. Придется открывать блоки по очереди. Салага, давай к камерам, я буду их открывать, а ты выводи людей. На связи. Аварийные выходы открыты. Спасибо, что спас мою задницу. Давай за отца! Он выпустил! Ты попадешь в центр управления. Увидишь там пульты. Разнеси их. Черт, ЭДМщики! Я пошел! Если они убегут, то их... Разнеси пульты управления. По-другому нам людей не вытащить. Тебе есть что сказать? Ты попадешь в центр управления. Увидишь там пульты. Разнеси их. Черт, ЭДМщики!
Отнеси пульт до управления. По-другому нам людей не ты попадешь в центр управления. Увидишь там пульты. Разнеси их. Черт, ЭДМщики! Не дайте ему освободить людей! Я
Печать сломана. Моего брата мало кто любил. Его боялись. Никто не понимал его. Кроме меня. Я не был монстром. Просто в детстве он оказался лишен семьи. Он был любящим, добрым, радостным. Он был легкой добычей. Он ошибался. Даже сходил с пути добра. Но он был моим братом. Тот, кто повинен в его смерти, будет наказан. Я обещаю это. Серьезный ущерб, точно тебе говорю. Теперь они знают, что на них есть управа. И будут вести себя скромнее. Мы им покажем. Не люблю, когда так тянет. Можно свои уровни делать.